Семиэтажное здание новой поликлиники для обслуживания взрослых и детей рассчитано на посещение до 1500 человек в день. Как рассказал главный врач Видновской клинической больницы Бутай-Бутаев, необходимость строительства медучреждения в новом микрорайоне начали обсуждать в правительстве Московской области еще 2 года назад. Уделяли внимание тому, какая она должна быть, где она должна быть, за счет кого она должна быть построена. Понятно, что у нас город перегружен, наши поликлиники в городе и детская, и взрослая перегружены, и она, конечно же, актуальна. Затем прошли везде все согласования, мы сформировали медико-техническое задание, по которому сделали проект. Работы на объекте стартовали в мае этого года. Ход строительства медучреждения проверил и пообщался с сотрудниками подрядной организации депутат Московской областной думы Владимир Жук. Да, у нас есть внутренний график, который немножко опережает тот, который в контракте. Да много? На квартал. На квартал? Ну, это на всякий случай, да? На всякий случай. Потому что всякие случаи бывают. Да. Можно где-нибудь сбиться, и тогда уже наверстать совершенно не удастся. Верно. Совершенно верно. Проект сейчас полностью утвержден, прошел экспертизу. Вот, соответственно, работы идут, скажем так, без отставания графика. Вот. Финансируется основная часть, да, это из областного бюджета и плюс, соответственно, часть федерального бюджета. А, федеральный? Да, соинвестирование. В новой поликлинике предусмотрены отдельные входы для детского и взрослого населения, кабинеты для узких специалистов, большое количество оборудования для ультразвуковой диагностики, а также дневной стационар и отделение травматологии. Мы сформировали медико-техническое задание, по которому сделали проект, согласно всем стандартам, необходимым для лицензирования работы медицинских учреждений. Далее был проект, далее в проекте мы уже самом откорректировали и разместили помещение так, чтобы было минимальное количество перекрестов при посещении поликлиники. Объект планируют сдать в первом квартале 2025 года. Много рабочих на объекте, то есть все идет по плану, даже они немножко с опережением идут, закладываются вперед. Ну, мало ли что, всякие форс-мажоры иногда бывают, но судя по настрою и по работам, мы ждем завершения строительства этой поликлиники в срок, а может быть даже чуть-чуть и раньше. Поликлиника позволит разгрузить центральные учреждения здравоохранения в Видном и станет удобной для посещения жителей новых микрорайонов. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.